Уникальная разработка молодой таджикской девушки покорила Россию. Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего новостного канала «Султан Ти Джей Ньюс». Мы рады, что вы с нами. Итак, начнем. Уроженка Таджикистана Нигора Мирова разработала пневматическую сеялку, которая в несколько раз облегчает посадку и сбор урожая. Создание новой техники позволило студентке Южно-Уральского государственного аграрного университета стать лауреатом национальной премии имени Александра Ёжевского. Награду вручают за развитие отечественного сельхозмашиностроения. В беседе с газетой «Аргументы и факты» Мирова рассказала, что решила заняться созданием техники, насмотревшись на тяжелый ручной труд в Таджикистане. По словам девушки, в республике производство машин для сельских работ развито плохо, поэтому для осуществления своей мечты она покинула родину и отправилась учиться в российский Челябинск. Насмотрелась, как родственники мучаются без машин. Большинство работ вынуждены выполнять вручную. Дядя пшеницу выращивает, тете – хлопок. Сельский труд очень тяжелый, отметила Мирова. На данный момент девушка заканчивает МАК, стратуру и продолжает усовершенствование своего изобретения. С помощью сеялки можно регулировать равномерное распределение семян, а также предотвратить аварийные ситуации. Это достигается путем изменения положения платформы внутри трубопровода, отметила Мирова. Самое эффективное для всех видов семян – нижнее положение платформы. Сейчас планирую создать платформу в двух вариантах – лесенкой для разных положений и в виде решета, чтобы был больший воздушный поток, рассказала девушка. Разработка «Мировой» произвела впечатление на производителей. Ее пригласили на работу на Самарский технический завод, а также предложили учебу в Москве. Кроме создания техники, девушка помогает студентам-иностранцам адаптироваться к условиям проживания и обучения в России. Она также предложила организовать в университете Дни национальных культур, чтобы познакомить студентов с традициями Таджикистана и других стран. Издание отмечает, что лауреатом премии стала еще одна девушка из Центральной Азии – уроженка Казахстана Александра Кожевникова. Подпишитесь на наш канал, поставьте лайк. Жду ваших комментариев. Спасибо, что вы с нами.